17 апреля в России отмечается День ветеранов МВД. Многие годы своей жизни они отдали службе в органах внутренних дел. Их жизненный и профессиональный опыт, преданность своему делу и по сей день является лучшим примером для молодых сотрудников полиции. В свой профессиональный праздник милиционеры в отставке получили поздравления от руководства городского отдела. Ветеранская организация в Каспийске существует уже около 10 лет и насчитывает в своем составе 67 человек. Несмотря на почетный возраст некоторых ветеранов, они и по сей день проводят активную работу с сотрудниками полиции, организовывая различные мероприятия. Председатель Совета ветеранов Халил Рамазанов отмечает, что в числе лучших деятельность старшего лейтенанта с 30-летним стажем работы Маршакова Магомеда Маршаковича. Есть у нас еще возможности, есть у нас еще незавершенные дела, у нас много мероприятий впереди. Но мне хочется сказать отдельных сотрудников. Ветерану. Маршаков Магомед Маршакович постоянно находится в штабе дружины, принимает дружинников, дает по возможности инструктаж, направляет по местам и встречает их. Отличник советской милиции за безупречную службу, получивший медали всех трех ступеней. На его счету множество раскрытых преступлений различной степени тяжести. Магомед Маршаков, как сегодня, вспоминает кражи и задержания опасных преступников. Но даже спустя столько лет 80-летний ветеран не собирается останавливаться на достигнутом и ведет активную деятельность. Жилой дом. Второй этаж нашли, первый этаж смотрю, там вот так спрятал один. Я думаю, это что-то похоже. Кругом приехал, поставил, говорю, ты где живешь? Точно копия. У меня неправильный адрес. Схватили его, делали пером, у меня всегда багажник был на удочнике. Одели его, не впереди, а назад, перевез туда, в прокуратуру. Дань уважения мужеству, стойкости и высочайшему профессионализму ветеранов отдают все сотрудники органов внутренних дел. За работу, направленную на развитие ветеранского движения, патриотическое воспитание молодежи, многолетний добросовестный труд, присутствовавший от руководства городдела, получили и денежные вознаграждения. Ветеранская организация нашего отдела, по итогам конкурса и каждый год занимает призовые места, и в этом году, приказом министра, я уже зачитывал этот приказ, ветеранская организация награждена ценным подарком. После поздравлений работа городского отдела продолжилась в штатном режиме. Ведь перед сотрудниками полиции сейчас стоят множество сложных задач, свою лепту в работу которых в очередной раз несет и ветеранская организация. Шахнабат Кулиев, Алексей Колесников, новости Каспий ТВ.